Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по сайту Медиограм. Хочу поделиться с вами своими результатами, ну и поставить денежку на вывод. Здесь на сайте можно зарабатывать абсолютно без вложений, прослушивая 25 треков в день дают. И как набирается минимальная сумма 0,1 грамм, ставить на вывод и выводить. Вот, на данный момент у меня все треки прослушаны. Если я нажму, вы уже исчерпали свой лимит. Вот. И что, друзья, я прикупила себе пианиста. Так как сайт платежный, я решила закинуть денежку и прикупить за 5 грамм пианиста. 5 грамм это 5 долларов. Здесь курс 1 к 1 идет. У меня на данный момент 0,5 грамма. Это значит 50 центов. Вот. Это, конечно, по желанию. А так вот, вот здесь без вложений будете такое количество грамм получать за трек. Ну, здесь я вам уже показывала все. Уже повторяться не буду. Давайте я поставлю денежку на вывод. Так как вывод обрабатывается 72 часа, следующее мое видео будет уже, когда денежка придет. Я запишу, естественно, видео. А минимальная сумма на вывод, как я уже сказала, 0,1 грамм. Ну, здесь всю информацию можно прочесть. Значит, давайте платежная система. Так. Не вижу Payeer. Ага. Сумма. Так, я в граммах. 0,53. У меня 0,53. И вот здесь уже подставилось. Видите, 53 цента. И номер счета. Маленькие буквы. Проверяем. И вот здесь курс. 1 грамм, 1 доллар. Вот хочется уже как бы поставить на вывод. И хоть я и знаю, что он платит, но знать одно, да, а чтобы хочется уже собственноручно. Так, ну давайте. Нажимаю заказать вывод. Ожидать подтверждения платежа. Окей. Все, что ли? Угу. Успешно. Ожидает подтверждение. Успешно. Сумма. Вот. Ну, как денежка придет. Даже поставлю на паузу. Проверю кошелек. Нет, на кошелек не пришло. Ну, через 72 часа я запишу новое видео и покажу вам свой вывод. А так абсолютно, друзья, без вложений. Моя студия. Просматриваем 25 треков. Это несложно. Вот. Ну и зарабатываем. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, проходим мимо. Каждому свое. Всем удачи. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.